Друзья, всем привет, с вами, как всегда, Антон, и сейчас мы посмотрим поединок Хасбика против Конора Макгрегора. Совсем недавно компания EA Sports добавили его в игру, а именно маску Хасбика, поэтому не пишите в комментариях, у него как будто голова приделана и так далее. И, как вы помните, у них был конфликт с Конором Макгрегором, поэтому я создал вот такой вот поединок. Спасибо всем тем, кто поставит лайкос, напишет комментарий. Друзья, вы молодцы, я вас уважаю. Ну или просто посмотрите этот ролик полностью, он получился интересным. Из-за того, что сервисы перестали принимать оплату из России, многие столкнулись с проблемой покупок игр в интернете. Но оказывается, что все легко и доступно. Игровая площадка DiffMark дает вам возможность приобрести как игры для множества сервисов и платформ, так и просто закинуть деньги в свой кошелек. К примеру, Steam, PlayStation, Xbox и так далее. Также легко можно пополнить свой баланс в Амазоне, Nintendo и iTunes. За это отвечает раздел «Карты пополнения». Помимо всего этого, есть игровая валюта и даже различный софт от антивирусов до Windows. Ну и самое сладкое во всем этом – это оплаты, действующие с территории РФ. От банковских карт, включая МИР, до Киви. А мой промокод BALMY даст тебе скидку 10% на любой товар. Ссылку оставляю в описании. Ну что же, Хасбик слева, Конор Макгрегор справа, будет ли проявление уважения? Уважение не проявлено, хотя ребята тянули друг другу руки. Итак, Хасбик не следит за своей стаминой, он уже потратил кусочек. Но, во-первых, давайте будем честны, у Хасбика... А, нет, Конор Макгрегор имеет тоже 4 звезды, как и Хасбик, поэтому они на одном уровне. Хорошее колено оставляет Конор Макгрегор. Если что, это дерутся легендарные боты, я здесь ни за кого не дерусь. Посмотрим, кто же выйдет из этого поединка победителем. Пока что Конор Макгрегор как будто недооценивает своего оппонента. Хай-кик хороший. Хасбик начинает денсить. Но очень прекрасно, кстати, смог отзащищаться Хасбула. Назад так он немножко попятился. Хватило ему расстояния. Не встрял он к сетке. И сейчас он работает вторым номером. Я не знаю, что он делает. Может быть, он изучает своего оппонента. Может быть, у него стиль такой, типа как контрударника. Но Конор Макгрегор чувствует то, что его противник дает ему работу. И Конор Макгрегор начинает, так скажем, идти вперед, придавливая своего оппонента. Хороший тип-кик, отталкивает Хасбик своего оппонента. И потом попытался он ставить опаснейший хай-кик. Но Конор Макгрегор все видел. Конор Макгрегор сейчас заряжен. Он в хорошей концентрации, потому что поединок только начался. Это первый раунд. Замахивается Хасбик фронт-киком и хорошая комбинация по корпусу. Работает Хасбик на дистанцию, пытается высушить своего оппонента с помощью ударов по корпусу. Лоу-кик мимо. Хасбик заряжается, я не знаю, с километровой дистанции. Наверное, боится, как это сказать, опережения, да, контратаки от Макгрегора. И начинает просто мельницу такую включать, идти на него. А вдруг попаду. Хорошая контратака от Конора. Ой-ой-ой! Какой же опасный сейчас момент возле лица ирландского бойца. Пытается он защищаться. Хасбик чувствует кровь. И Конор Макгрегор дежурит своей задницей по сетке. Попытался сейчас Хасбик взять клинч Конора. Прижал к сетке. Отсюда можно сделать тейкдаун. Можно поработать коленями. Что и сделал наш маленький киллер. И бой продолжается. Тип-кик. Теперь Хасбик, кстати, гляньте, он почувствовал то, что Конор Макгрегор, походу, носит не только трусы, но и подгузники под ними. Это означает, что он боится. Боится Хасбика. Или после того удачного момента Хасбик просто в себя поверил. Ой-ой-ой, разножечка в голову. Хасбику приходится защищаться. Супермен Панч, который промахивается. Посмотрите, кстати, у Хасбика, мне кажется, в штанах появился лишний вес. Они у него немножко так вот подпровалились после удачных попаданий Конора Макгрегора. Значит, у них 1-1 по, так скажем, стрессу. Вот он. Вот он. Мажористый. Мажористый. Смотрим. Бам по щам. Вязаная шапка, не знаю, как не улетела. Она должна была какого-нибудь зрителя долубить. Ой, как они тут обменялись суверхендами. Потом Хасбик вставляет апперкот. Джеб. Прекрасный момент. Если бы Хасбик был бы чуть-чуть повыше, я думаю, что нос у него стерся бы с лица земли. А так,
пусть благодарит свой рост, что Конор Макгрегор этим оверхендом не заставил покупать семью Хасбика лопаты, потому что там уже он точно не дышал бы. Так, переглядываются, что-то обсуждают, теперь твиты у них происходят в реальной жизни. Все, пообщались, не нашли, так скажем, никакого компромисса. И поединок продолжается. Джеб от Хасбика. Ну, ребята, что происходит? Видит Хасбик. Это был оверхенд, я не знаю. Да, это, наверное, был все-таки... Нет, это был, наверное, все-таки боковой. Хороший хайкик. Хасбуле нужно сейчас провести небольшое лечение. Что он и делает. Восстановил голову. Конор Макгрегор чувствует то, что Хасбик позволяет себя... Чувствует себя вальяжно. Позволяет себе чувствовать себя вальяжно. Ах, очередной удар по голове. Хасбик падает в позицию вокзального бомжа. Но Конор Макгрегор проявляет к нему уважение. Наверное, он сделал зря после этой боковой подачи. К сожалению, 100% промелькнули в голове у ирландца. Хороший оверхенд. Хасбик начинает искать аптечки, но это вам не Марио, поэтому здесь просто тупо их не существует. Нужно восстанавливаться самому. Защищай свой чердак, ты ёбнутый. У тебя и так таблетка, блядь, трескается. Ой-ой-ой-ой, походу Хасбик потерял свой терминал для еды. Просто не защищается, нет, нет. Защищается, друзья, и он жив. И он еще пытается, гляньте, что выполнить. Но, ах ты, только хотел сказать, что легендарный бот не даст этого сделать. Но Конор Макгрегор позволил, наверное, поиграться. И бой опять переходит в стойку. Кошмарный поединок, что для одного, что для второго. Конор Макгрегор падает в грязь, потому что Хасбик с ним работает во втором раунде уже. Вот, ну а Хасбик просто самое главное, чтобы не потерял свое здоровье до конца. На! Пушечный просто в носяру. Самое прикольное, то, что эта маска не имеет синяков, ссадин и так далее. Прикиньте, какое лицо просто под маску у этого персонажа. Там просто Ну что же, терминал для еды испорчен. Хасбик повержен. Конор Макгрегор радуется. Я понимаю, что... Друзья, мой хороший знакомый начал вести свой YouTube-канал, на котором снимает игры по спортивной тематике. К примеру, хоккей, футбол и так далее. Если вы любите такую тему, но устали от старых стримеров, обязательно зайдите на его канал, и, может быть, он и станет вашим новым любимым летсплейщиком. Ссылку оставляю в описании. Другого исхода в реальной, к примеру, жизни быть и не могло, да и вообще это никогда не случится, это все, пацаны, шутки. Спасибо яшникам, что дали провести такой поединок. Но Хасбик показал себя на высшем уровне. Было опасно возле головы Конора. В некоторых ситуациях мы вообще думали, что Хасбик мог бы победить. И Конор Макгрегор ушел бы официально на пенсию прям в этот же момент. Но Конор собрался и справился. Как обычно, хочу пожелать вам и вашей семье крепчайшего здоровья. С вами был Антон, всем всего хорошего и до скорых встреч.